Нет, еще не будет. Тебе холодно? Теплое тоже? Конечно. Теплое-теплое? Ну, бывает и теплее, но сейчас как раз самый раз. Потому что раньше бывало такое, что я не мог даже держаться за них. Сейчас могу все время держаться, непрерывно. Зинченко спаса. Зинченко забил. Музыка не играет. Три стук сети. Что ты говоришь, что у нас 7-2? Ты совсем уже? Так же, как и ты. В смысле? Кто табло не взял? Ты не взял. Мяч! Уходи. Фамилия! Желтая, объясняю почему. Выход 1 в 1 не всегда забивает. Они 2 в 1, 3 в 1. Они правый и левый человек. Он же на пустые ворота. Что ты приехал? Давай. И Миро, и Ром ничего не набрал. Не набрал. Спроси фамилию, кто желтый получил.
Андрей. О, пицца. Пицца. Андрей, спроси фамилию. Ты фамилию узнаешь мне или нет? Нет, не знаю. Вот этот с мячом, который. Сейчас? Да, вот сейчас был, отдал пас. Но мне с ним СММ поставили. Меня просто... Я не вижу, Да, вот этот в центре, который сейчас. В таких, в Меркуриалах. Вот сейчас был вот этот. Вот этот, да? Вот этот парень. С короткой прической. Нет, у Боруссии. Он получил желтую. Наконец-то. Хоменко. По-моему. Харченко есть. Да. Суффикс был один. Давайте быстро. Ну ты готов, да? Поехали завтра в обед. Да. Один Вадик сюда! Спасибо, братан. Находите себе дочку! Друзья, я хотел вас сбить. Три раза подряд включать одну и ту же музыку, но все-таки пришлось. То в Сити 2 снова забивает мяч в ворота команды соперника. Счет матча... 9-3. То в Сити 2 впереди. Это, по-моему, все равно уровень. Да. Забивай, Миша! Ой, Миша, здорово!
Это работа. Я должен сейчас затрясаться. И что такое? Какие вопросы? Нет. Ты не в притяжке. Потому что у меня здесь батареи есть. А только что ты не говоришь в кармане. У меня там телефон лежит просто, который я записываю. Не правда, если ты... Не, он просто... А, ты записываешь, пишешь. Все, пошло, я переодеваться. Сложно будет вам. Один! Давай, давай, один! Бля, хорош, конечно, но вы уже... Петрук. Я скажу словами классика, и подсказывают телезрители. Ты хорош, конечно, но он уже перебор. 11-3! Надо Диму сюда. У тебя коннекшн. Творкин, вносит. Я иду. Априори, чтобы все попало в камеру, а не трансляцию. Я говорю, что у меня априори заснять в голы. Привет. 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 Привет
Шура, кого мне нет? Да не, выйди. Ты сможешь наш фарс на поле сделать? Посмотрим. Если хорошо попросишь. Я все плохо попросил сейчас. Лучше. Не, не хуя работает. Давай. Вчера. Вторая желтая. Это вторая желтая его. Вторая. Фамилия у него. Там. Бля, сегодня жестко. Фамилия ваша. Антоні. Друзі, у нас вилучення. Перше вилучення 19-му році. Равець з прізвищем Анатолій Антоненко отримав червону картку на 41-й хвилині матчі. Я нагадую, що команда Боруссія Менхенгладбах буде грати в меншості протягом 5 хвилин або в разі пропущеного м'яча, і склади команд зрівняються. Поздравляю. Все по залу, мальчик. Не рассказывай. Макс, твоя рука! Макс, где твоя парня нет заявки. Да есть. Нет, Антоненко нет. Ты мне сказал Харченко вначале, но это не Харченко. Антоненко это другая фамилия. Да Боруссия Менхенгладбах. Ну тогда. Давай, подходи, я есть. Ой-ой-ой, здесь я. Я же записал. Молодец. Набирайте тут, набирайте. Еще дальше. Забивай. Бежи. Но! Фамилия, кто забил? Стукальский, правильно? Да. А, такого нет, короче. Неизвестен комментарий Стукальский. А, не, неизвестен просто. Стукальский. Да я не буду записывать. Осталось 4.31. 21. Два замены.
Буйнич Виталий! 13-4, счет матча Сток-Сити 2, уверенно впереди. Друзья, 14-4, Сток-Сити 2 впереди. Хочу. Фамилию спросили. Спроси фамилию. Пожалуйста. Пожалуйста. Спроси фамилию. 6? Да. 5, да. Максим Лущик. 15-5. Спроси. Вот это вот этот с хвостиком парень, спроси его фамилию, он гол забил. Мужчина, пойдет. Антоний? Антоний. А кто это? Баландик, ты слышишь? Сала, Баландик.